Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space 2. В последней серии мы разоблачили Диану, или Даяну, как ее тут звали, которая оказалась, вроде бы с самого начала казалось, что пыталась она нам помочь, а на самом деле ей просто нужно было заполучить Айзека. Она была одним из высших чинов церкви юнитологов, и Айзекам был нужен именно для того, чтобы создать свой маркер как-то с его помощью. Они хотели его изучить как лабораторную крысу, но в результате не вовремя прилетевший патрульный корабль, как это называется, правительство Земли, порвал ее в клочья и порвал ее друзей. В результате нам пришлось проделать путь через космос, вон там через окно. Это было очень круто. А нет, вот через это окно. Своим туловом мы только что проломали вот это стекло, и на его место быстренько закрылся аварийный шлюз. И сейчас мы по новой в помещениях, в которых умирали обычные люди, обычные жители в квартирах. И это, надо сказать, ни капли не радует. Потому что эти места, они были самые жутковатые за всю игру, на мой взгляд. Из того, что мы видели, конечно же. Так, нам туда. Что у нас тут? Тут у нас тишина. Все, кто могли, уже умерли. Тут теперь одни трупы, я так понимаю. Дождались своего вознесения. Воссоединения. Это не тут кричал кто-то в одной из этих стиральных машин? А нет, не тот, тут у нас был типа банкомата какого-то, а здесь его нет, значит, это просто похожее помещение. Денги? Шо? Сохранимся, тоже хорошо. И трупы. Кругом трупы. Так, нам сюда. А что тут? У нас... Кстати говоря, есть схема. А, так мы прямо над церковью, над входом. Мы прямо над входом в церковь юнитологов. Это печально. Так, снайперская винтовка. Я, к сожалению, не очень люблю это оружие, поэтому обойдемся без него. Я лучше возьму детонатор. Так, кстати говоря, я забыл засечь время. Секундочку. Так, ну и что? Что у нас тут есть? Здесь у нас закрыто, я думаю, пора возвращаться. А там снизу какая-то дрянюшка ползает. А, так это эти. Ненавижу этих тварей. Может, мы их отсюда сможем прострелить? Сомневаюсь, конечно. Опять, наверное, все выстрелы уйдут в перила. Все, отъехал вроде, нет? Нет. Да, блин. Ой! Подох. Еще один где-то ползает. Ладно, с такого расстояния садить, только патроны переводить. А он сам ко мне пришел. Какая пакость. Так, ладно, как бы там ни было, нам нужно двигаться... Это чё? Нужно двигаться направо. Вот этого, пожалуйста, не нужно.
Так, отсюда мы пришли в прошлый раз. Здесь у нас была комната, который... Ну да, это та самая комната детская. Офигеть. Жуть какая. Да ну нафиг, я не хочу тут находиться. Я лучше, пожалуй, уберусь отсюда. Я не очень доверяю этому месту. О, какие нехорошие тут звуки, а. За каждой практически дверью какие-нибудь выкрики. Кругом некроморфы. Кругом. Так, ладно, валим. Ты зачем меня пугаешь, а? Так, ладно. Тут у нас... Ой, прям за этой дверью кто-то есть. Да твою мать, ты что делаешь? He starts coming back. Who? Who comes back? Who? Look at you. You've grown up so much. Where are you going? Strauss, don't follow. He's not really there. Стросса по-прежнему штырит со страшной-страшной силой. Мозги у парня совсем на бикрень похожи. Так, ну ладно, мы вроде как пришли. И сейчас нам нужно... А, вот сюда нам нужно спускаться. И в прошлый раз, когда мы тут были, у нас было достаточно серьезное мясо. Как там в Battlefield Bad Company? Я попал под серьезное дерьмо. Тут так же. Squad, the order to fall back. Repeat, fall back in the sector. Operation Endgame is in effect. Contingencies are in place for our lost assets. Titan, all surviving squads, order to fall back. Repeat, fall back. Понятно. Выводит своих людей. Похоже, решили каким-то образом бомбить, что ли? Или что это может означать? Endgame. Contingencies are in place for our lost assets. Так. Кто все эти свечки сюда принес, пока нас не было? Или они были? Да нет же, не было. По-моему, я из него выпустил то, что выпускать не нужно было. Нет? Ой, еще один идет. Слева идет кто-то. Твою мать! Твою мать!
Ладно. Еще идут. Да твою мать, успокойтесь, нет вообще. Там еще бежит. Да убери ты вы. Оторви к хренам. Ты смотри, у него одна рука осталась, он все равно ползет, а. Нехило порвали. Первые сложности начинаются, похоже. Здравствуй, жопа, Новый год. Ух, так. Ну-ка нафиг такое счастье. Фу, так, сколько у меня патронов осталось? 10 тут. 71 тут. Это было не очень весело. Но с другой стороны, вполне себе неплохо. Так, что у нас тут? Откуда это тут вообще? Ладно. В нашем положении не место глупым вопросам. Дают — бери, бьют — беги. Плазма. А, ну я так понимаю, плазма-то у нас побольше, да, чем 10. Просто, да, ее 70 выстрелов. Так, ну что мы в итоге можем толкнуть? Давайте. Что мы в итоге можем толкнуть? Само собой, вот это надо купить. Подожди, я не то купил? Вот что я хочу купить. Вот это вот не очень хочу. Хотя, в принципе, пусть остается, верно? Раз уж взяли, то пусть лежит. Только я качать не буду, конечно. Вот что, печально, но да ладно. К ним патроны хоть дадут, нет? 9 патронов. Как там еще приближать-то? Ну, то есть, винтовка по большей части бесполезна, потому что здесь нет таких далеких уж пространств. И снайперская винтовка, она хоть ваншотит, но смысл-то в ней. Подожди, это я не то хотел сделать. Вот наша мина. Оставляешь ее, и она как в каком-нибудь Half-Life. Разрывает твоих преследователей. Это просто великолепнейшее оружие против разнообразных быстрых тварей. Типа, скажем, вон тех же курятин. Но сейчас пока, надо сказать, бесполезны практически. Это мы где это мы оказались? Ладно. Так. О, сколько тут у вас прыщики. Их можно было бы, конечно, использовать против врагов, если так, таковые тут имеются. Да ладно. Так, все, кажется, да? Не вижу. В упор не вижу. Ну
Ну вот, надо было использовать. Может, там одна за углом осталась где-нибудь? Ладно, хрен с тобой. Ты, по-моему, не умер у нас, да? Там самоубился. А вот это и... Так, ну ладно. Пушка так-то хорош, не пропадет. Просто зачем она, если у нас есть уже две подобных? То есть штурмовая винтовка и плазмокатор. Поэтому я на нее особо внимания обращать не буду. Будут выпадать патроны, значит, будем использовать. Не будут, так не будем. Так, нам сюда. Туда у нас просят один силовой замок. Так, это мы, по-моему, удачно зашли. Для снайперки. Рубиновый, отлично. То есть мы уже окупили. Но в целом могло бы быть и побогаче, конечно, тут. Ну ладно, пойдет. Вот это оружие, оно, наверное, просто выруливает при игре с мышки. На геймпаде, как вы понимаете, с него целиться куда сложнее. С другой стороны, стрелять практически всегда приходится в упор, поэтому какие проблемы-то. Так, импульсная винтовка. Ладно. Купим еще, не волновайтесь. Просто хотелось уже одну полосу полностью добить. А если уж встретим там по дороге что-нибудь, то будем надеяться, что ничего особо важного мимо нас не пройдет. Но вообще не встретим, потому что там уже только что встретили. И это печально, на мой взгляд. О, офигеть. Вот это пламя. Патроны дают в достатке. Кто-то ходил, покупал себе что-то для левитации. Так, ну вот тут у нас что-то есть. Брондини. И тут что-то есть. Кислородная станция работает. А, понятно. То есть надо ограничить доступ кислорода к пожару. И тогда все само собой потухнет. Патроны уже не лезут. Так, что у нас для этого нужно? Сверху у нас есть что-нибудь, нет? Ну да. Так, один здесь. Второй здесь. 33% не хватает, что ли, чтобы здание, то есть огонь потух.
Видимо, нет. Блин, ненавижу вас, твари. Тихо, без нервов. Так, ладно, сейчас добалую с этой пушкой слабенькой. Ну, а не то, что слабенькая. Так, куда мне идти? Здесь все выгорело. Видимо, все-таки туда, да? Шо? Так, ну понятно. Одну из этих штук нужно притащить сюда. А это убрать куда-нибудь, чтобы не мешалось. Ой, блин, только не себе на голову уж. Странно, он повис так. Окей, все хорошо. Это радует. Там у нас ничего полезного, хорошего не лежит. Судя по всему, нет. Давайте продвигаться дальше. Комната служебного лифта. Только для инженеров с допуском 73 по Фаренгейт. Ты что задумал? Уф, ладно. Я даже не испугался. В последнее время я в этой игре жду лажу со всех направлений, поэтому такие вещи не пугают. He can't hurt you. He wants me to go into the dark machine, Isaac. I can't go. She's in there. She's waiting for me. Strauss. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Strauss, listen to me. You need to keep moving. Can you get to the train? Can you do that? He's coming. Can't talk. Бардак, то есть полный. Единственный человек живой, в живых оставшийся, это безумец какой-то. И тому доверять вообще никак нельзя. Так, нам сюда, да? Патронас. Силовой узел. Супер. Да, не зря все три потратил я на прокачку винтовки. Фух, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас... ребята, это будет весело, я вам гарантирую. Так, подожди. Еще есть что поверху? Вроде нет. О, намек такой. Типа, не пора ли тебе применить контактные мины? Допустим.
А сами пойдем отсюда. Ну, давайте, вылазьте, кто бы вы там ни были. Ну да, валим. На одну уже сработало, на вторую... Ха-ха, полетели. Третья сработала, отлично. Смотрите. Порвало сколько. Так, смелее, ребята. У меня мин хватает. Так, две зашли. Вот это вот было неудачно. Так, а я сколько могу максимум? Три? Нет, смотри, больше. Да, блин. Сейчас это установим и пойдем шалить. Вот так вот. И теперь еще бы понять, где они там бесятся. Ну, в принципе, я думаю, можно выдвигаться. Пойдемте, победокурим. Одна отработала, вторая отработала. Блин, они как волки. Выслеживают меня. Я не горю желанием больно-то к ним туда лезть. Ой, 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 ой. Так, последняя мина. Да не так, ну что ж ты делаешь? Вот так вот. Дайте, слабак. Давай, иди сюда. Ну да. Скотина, ты смотри, а. Месть. Все, кажись, да? Обожаю ты с минами с этими играться. Тут тебя порвало, а тут у нас одна даже осталась целая, даже две осталось целых. Хорошо, я думаю, больше не полезет ведь. Всех убил. Так, это не то. Для винтовки патрончики. Тоже неплохо. Все нам в пользу, как говорится. Так, отлично. Видите, мне чем нравится детонатор, тем, что он заставляет маленько подумать, куда что расположить. А, небольшой, конечно, примитивный такой, но тактиш, как говорится. Поэтому я и обожаю эту пушку. Где куда что поставить, чтобы, если враги появятся, чтобы они сразу все подорвались на этой штуке. Это, по-моему, хорошо. Раз. Два. Эти пошел.
Хорошо. Притворюх нет. Так мы что-то были уже, нет? Isaac, he's gone. Listen, the steps can destroy the marker. Step one, crawl into the dark machine. Step two, the screws go tight all around. I don't understand. Oh, God, he's back. No, 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 no! Чумачечий. Че с ним вообще? Верить-то ему больно. Я бы не стал. Но с другой стороны, он знает что-то об опытах, которые проводили над Айзеком, над ним. Поэтому человек для Айзека должен быть интересен. Директор Тайдман. Так ты у нас афронегр получается. Замечательно. Они что, умерли, что ли? Ну ладно. You try it, and you're dead. Так, хорошо. Подожди, а чё враги, которые появились вокруг меня? Они все убили, что ли? Ну ладно, нашим легче. То есть ломиться, сломя голову к ней, это было хоть и глупо, но казалось верным решением. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Я хотел к ней подбежать и уже около нее обороняться. И как показывает, не зря. Так, ну что, Элли? Я знаю, я помню, тебя Элли зовут. Look, I think we got off to a bad start here. I'm Isaac. Ellie, what do you want, Isaac? I'm trying to get to the transport hub. I need to get to the government sector. What do you think we were trying to do? Hey, I can help you. Besides, we got a better chance if we stick together. Don't you agree? It's not a chance, Isaac. Other people are just a liability. I'll release the door lock. But after that, you're on your own. And please, don't follow me, okay? Wait, wait. Первый выживший за долгое время, который мне симпатичен. Но замок она, похоже, разломала. Или наоборот, починила. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что у нас там так поблескивает призывно. Патроны. Схема. Так, что можно использовать? Так, пожалуй. А так, в целом, инвентарь, конечно, полон. Ой, только не вы. Где еще ваши тут братья есть?
Подожди. Это же то самое место, где эти дети прут, да? Во втором разу они попрут, нет? Интересно. Я думаю, попрут. Но, кроме того, я думаю, что сейчас мы завершим, я думаю, эту серию. А в следующую уже посмотрим, что же нас ждет в этом коридоре. Я думаю, детишки на нас нападут. А как бы там ни было, увидим мы это в следующей серии. Надеюсь, вам понравилась. Игра просто обалденная. Мне она очень нравится. Надеюсь, нравится и вам. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.